Сейчас мы в Инсбрук собираемся. Вот такие вот Альпы. Да. Вчера снегопад был сильный, просто сегодня ясно вот уже. Красиво все. Вот эта вот ласточка нас занесла на своих крыльях сюда. Сейчас, короче, ходим по спару. Я себе взял вот банан, клубничный джем. Кезе – это сыр, вюрст – колбаса. Вот смотри, грушевая водка, тирольская. Короче, чехлы чехловые. Куча всяких шняк. Лыжная шоколадка. Шоколадная лыжа. Пресса, тайдунги, шпаргель. Ну как за лупой, смотри. Короче, вышли в церковь или что это такое. Сверим часы. 37 минут по Инсбруку, по столице Тироля. Вас из лос. К такому театру вышли. Красиво. Дерево такое. Блин. И всадник. Великов куча по всему городу. Вирге на Инсбрук центр. Это главная пешеходная улица. Вот к ней, ко мне девушка пристает уже и говорит на непонятном языке для меня. Но... Вот домики тут. Вот такая. Идем дальше, там в центре что-то красивое вроде есть. Вот это классная площадь, вот это красота. Вот каркет такой выше. Трамвай здесь ездит. И автобус в арку. Какие потуги на его лице видно. Смотри, извилины шевелят череп изнутри. Повозка такая вот, карета. Бывает здесь ездит. И арка с этой стороны. Зашли на задний дворик. Спального района. Мы решили не по улице идти, а вот через дворы. Посмотреть, как вот именно живут австрийцы. Изначально такие двухэтажные домики, квартирные. Учебная площадка. Эмулируем ситуацию. Круговое движение. Куда ты по встречке прешь? Кто рой, что ли? Какая фигня прикольная. Давай не покатайся. Я думаю, мы сломаем ее. А это чтобы какашки вываливались, да, такая сеточка? Вот видишь, не насрано нигде. Все аккуратненько. И сейчас все гладенько. Вот на лыжах чувак собирается ездить. Стоянка для велосипедов во дворе. Смотри, какая красавица. Проходили мимо App Store, и тут на витрине первый какой-то, дальше уже новее, еще новее. Mac Mini старенький. У нас, кстати, на работе такой стоит. А они продаются, да? А эти не продаются. Вот такие дела. Электромобили такие. Ставил розетку и все, ушел на обед. Сейчас подзарядится немного и поедет дальше. Села у меня батарейка на GoPro камере. Решили вот на такой фигне прокатиться вверх, посмотреть Инсбрук с высоты большой. Идем на посадочку. Функциклирен. Сколько этих роликов, чтоб не сошел трос вообще ни разу. Пацаны уже с пивасом катят. Что-то отмечать, наверное, наверх. И что дальше? Сейчас эта фигня расщепится на атом и молекулы. Вот наш машинист доблестный сейчас нас поведет вверх. Вот это речка Ин. Как метро. Ага, сейчас уже какой-то другой привод. И пошли мы вверх. Сейчас мы забрались на верхнюю станцию подъемника этого, да. За моей спиной видно панораму Инсбрука. Тут такая хрень, и с нее, кстати, очень далеко видно и четко. Сейчас мы попробуем это заснять на видео. Вот, допустим, вот город так видно с высоты, в эту херню. Ну-ка, вот такая ситуация. Тут дороги, речки. Прикольная хрень, видно с нее далеко и четко очень. Андрей митингует по работе.
туда вход. Да, вот пизда, короче, ваша батарея, походу, пришла. Или нет? Пока.